пробки, там команда, Дмитрий Гробыч, мы привыкли не к этому, что матч на него, с капитанской повязкой, и Антон Дрингач сегодня плюс СБ, в отсутствие Украины, президент СБ, который только-только как раз... Шестой, сразу включается Ломашев и палит. Палит Павел Иванов. Ну-ка, Бажа, пушка страшная, в стеночку попадает. Еще раз не попадает. Максимов попадал. СБР. Один вратарь. У Артика удар Миронова. И, пожалуйста, Дёрка, Тарсиньева, рикошет, да, только Алексеев. А, Юрий Нерик. Видите? Бульбо с ударом, вот супер. Уже пора. Лапс вперед, а здесь, о, какой курьезный гол. Давайте смотреть повтор. Вспоминал. Налево Миронов, удар ближний, пройти пролево. Вначале трансляция, шикарная подача от Миронов. Веников, хорошо, на Блинова удар. Не проснулись, Миронов, вот, может быть опасно, падение, что? Ударом еще все полетели. Вот такие вот цифры. Мало титов, а это и почти скор было. Сейчас практически Иваков, Колбая. Давид заряжает уже. Здорово, Дробыш. Сейчас можно решать, забивать и все заканчивать. Так и происходит. Александр Бирюков, 2-0, Арктика. Бирюков на дубль, Биря, да, 3-0, решает, ну, не знаю, по мне так, конечно, не заслужил СБР вот этот свой счет, но многие старты, убийцы, да, в конце продолжают убивать. Владимира. Борей, Дробыш, карты не против кого-то. Все, 3-0, 3-0, победа. Поздравляем, Артик. Арктик Телеком СБР, уверенно победа Сизифов 3-0. Подводим итоги матча. Евгений Бабулев, Денис Коробейников. Дэн, начнем с тебя. Хороший сбор, шикарная явка. В 10 утра, в принципе, играли неплохо. Почему уступили, как считаешь? Спасибо за игру, да, сопернику. Да, слушайте, такое поражение, за которое, наверное, не стыдно. Ну вот... По игре, да, игра была до гола. Первый пропустили какой-то киксу, наверное, не знаю, такую дуру. А второй, ну, до второго гола игра была. Мы забей гол, если там две дальних закрой с аута, когда Ярославцев бросал 1-1, а так 0-2.
Ну, в конце уже, наверное, может быть, силы подзакончились, еще что-то. Ну, и ребята уже налегке там ничего не давило, на них 2-0 пошли, там третий забили. Поэтому небольшой разгром. А так, по игре, считаю, что была равная игра. Ну, до гола, как сказал. Слушай, опять же, ну, все стандарты, да, ваш козырь, я думаю, и то, что сегодня очень много, как раз и ты бросал, ярославцев, вот это сколько там, 4 башни было, Певнев, братья, Блинов, почему все-таки не удалось из этого выжить максимум? Слушай, ну, не знаю, они хорошо сыграли в защите, да, где-то Муха у них подтащил, там, хороший летел мяч на дальнюю штангу. Ну, и плюс мы 2 момента хороших не закрыли, когда пролетело через всех, и у нас просто должен был там человек стоять, которому говорили, что там надо стоять. Забивай, как в мини-футболе из дальней штанги, счет другой совсем. Вот. Создали, сделали момент создали. Был, не забили, все. Жень, поздравляю с победой, 3-0, на матч на 0, Мухину, конечно же, приятно. Что сказать по матчу в целом? Да, отличный матч провели, алые паруса никак коррективы не внесли по сбору, поэтому все были свежие. В целом старались играть в свой футбол, немного не получалось, потому что соперник хорошего уровня, там видна и тренерская мысль, и тренерская работа, это видно. Вот, ребята там и на стандартах нацелены, верховые какие-то мячи зацеплять, поэтому сложно было играть в свой футбол, но вот свои моменты мы реализовали, нашли их, поэтому да, там может быть какой-то первый был такая ошибка. Но все равно это надо забить, как бы, вот, поэтому я считаю, что хороший матч в 10 утра, ну, шикарно, погода шикарная, теперь с хорошим настроением можем готовиться к следующим играм. Удивилось, нет, что у соперника сегодня такая хорошая явка была? Ну, на самом деле мы думали, потому что на кубок они не собрались, и я думаю, что все равно их как-то это мотивировало, наверное, все-таки приехать и показать, что они могут собраться там с утра или не с утра, неважно. Поэтому, в принципе, предполагали. Но в целом мы от соперника никогда не пляшем, не смотрим, кто у них в составе, а собираем свой состав и стараемся играть в свой футбол. Сложно по такой игре, наверное, кого-то одного отметить, да, все-таки победа команды целиком, да, и запасных, и тренерского штаба. Но вот я сегодня, не знаю, отметил, согласишься со мной или нет, Льва Титова. Не только за гол, опять же, много игрового времени получил, так действительно, можно сказать, окреп на позиции центрального защитника. Согласен, нет? Ну, парень хорошо прибавил за последнее время, поэтому мы его, собственно, заявили отлично. Да, неспорно, ну, бесспорно, что... хорошо укрепил защиту, добавил где-то первый пас, хорошее ведение поля. Вот. Ну, я бы Дробыша отметил бы 3 голевые. Хорошо сыграл, хорошо отдал. Дэн, ты что отметишь, кого в своем составе? Ну, понятно, при поражении вряд ли кто-то лучше, но в целом какие позитивные моменты? То, что, во-первых, травмирован, наверное, да, вернулись тот же Певнев. Да, слушай, да все играли хорошо, игра очень хорошая, понравилась, именно как мне показалось, да, что мы не дали всем их звездам раскрыться, как Игнатовича вообще не видно было, Макс Андреев, да, в пас какой-то они играли комбинационный, но у них только, наверное, Дробыш, единственный, кто, наверное, сегодня сыграл на своем уровне, поэтому за свою команду не стыдно, все парни сыграли хорошо, не забили. Все, спасибо большое, Артекс победы, СБР, удачи в следующих матчах, Евгений Бабылев, Денис Коробейников были у нас в студии, спасибо.